Температура за окном понижалась, а во многих квартирах батареи оставались холодными. Наибольшее количество социальных объектов и жилых домов без тепла было в Балаговском, Калининском, Кировском, Конаковском, Осташковском и Фировском районах. Последний вошел в отопительный сезон город Тверь. По мнению губернатора Андрея Шевелева, в организации работы ЖКХ были допущены системные ошибки. Во-первых, попытка ввести отрасль на самоокупаемость за счет роста тарифов. Во-вторых, разделение коммунальной сферы на управляющие компании и ресурсоснабжающие организации. И, наконец, в-третьих, отсутствие контроля за частной собственностью в коммунальной сфере и за жилищными организациями. До сих пор проблема остается. Василий Борисович, я хочу, чтобы вы внимательно послушали. Рвутся сети и сейчас, когда на улице уже минусовая температура. Как пример, три общежития, где живут студенты нашего университета. Без тепла, это улица Прошина. Без тепла, без воды. Спасти ситуацию с началом отопительного сезона удалось благодаря вмешательству правительства Тверской области и своевременному выделению дополнительных средств на погашение задолженности за газ и электричество. Взяла город возможность при вхождении в отопительный сезон снять ограничения на теплоисточниках и обеспечить поставку тепла во все районы города. В настоящее время все котельные функционируют в штатном режиме. Более того, на 77 из них были проведены работы по капитальному ремонту, реконструкции и замене оборудования. Вместе с тем, ситуацию в сфере ЖКХ все равно нельзя назвать стабильной. Доказательство тому – возбуждение прокуратуры Тверской области уголовных дел в отношении потребителей ресурса. Жилищные организации получают плату за подачу тепла с населения, но перечисляют ее не в полном объеме. В настоящее время управляющие компании ТСЖ и ЖСК должны тверским коммунальным системам около 650 миллионов рублей. Всего следственными органами УМВД по материалам прокурорских проверок, следственных проверок возбуждено 13 уголовных дел на сегодняшний день. И все это факты квалифицируются как мошенничество, злоупотребление. За деятельностью жилищных организаций нужен постоянный контроль. Поэтому будет создана саморегулируемая организация предприятий ЖКХ Тверской области. Она займется созданием стандартов и правил для управляющих компаний, а также контролем за их соблюдением. Создадут и единый расчетно-кассовый центр. Губернатор Андрей Шевелев считает, что ЖКХ Тверской области должно развиваться по стратегическому плану. Его разрабатывает региональное министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Основные направления работы уже ясны. Замена неэффективного и устаревшего оборудования и привлечение инвестиций. Развитие газификации связывают с вложениями Тверьэнергогаза. Большие надежды возлагают на производство торфяных брикетов и переводом ряда котельных на их использование. Корпорация «Биоэнергия» планирует формировать торфяные кластеры полного цикла. И вместе с тем ответственности за происходящее с муниципалитетов никто не снимал. Я понимаю, что у вас не хватит, вам может быть даже ресурсов. Я понимаю. Но я хочу услышать и понимание, и добиться понимания взаимно. Я за вас все делать не буду. У меня нет такой цели. Это городское хозяйство. Это ваши должностные обязанности.